DC-2T4 2T10? Или это за неимением лучшего выбираем худшее? Ты что, сейчас быканул? Нет, я просто спрашиваю. Может, это человек специально так задумывал? Или... типа... план капкан? Я там даже в обычке не был. Ну, трэш будет танчить. Так, а чё трэш будем где танчить? В пачке людей? Чтобы массовками убивали, да? То есть, Афляга, слышишь? Да. А, накинь кастеру какому-нибудь. Только ник скажи. Я кину ему шалфиру, и найди себе какого-нибудь. Ну, аэровисту. О, бля, аэровисту. Войт фьюри кину. МК. Тут СПД или сопрот? Короче, придрачиваемся. А-а-а, вон оно что, блядь. Вот как накручивает себе, ясно, читер. Накручивает читера. Ой, быстрый вопрос. 27 или ДС-холик? Свету Вилаша или кто?
первоначально на кого наплевать? Все дальнейшее можно под трэш на Лингвина. Но големы же постоянно будут идти, да? Эти големы. Только на метеоре. Есть. На данный момент нет. Я РБК проносил. Просто не спекли. Ну, ты же сказал, подожди, я не спекнулся, спекаться. Войт, а по кому фридом давать? По меткам. По меткам, окей. Во тьме кидается метка. Ну, которая выходит... лужа. Да, да, да. Окей. Выходит, лужа разливается, только тогда даешь фридом.
А вот во тьме первая, вторая же, да? Я понимаю, так, ну, типа, на пул, на Лингрена. Если ты говоришь, там с... Понял. О, а рыбки же не было, да? Или была? Ну, ну да. Конечно, все равно вайпаться сейчас будем. Я ничего не делал. Нет. Внутри.
Можно отдельно из фрейма Близарского вывести его. Если он серым становится, значит он туда зашел. Надо ему хвост обрезать, ну. Не будет больше лисичкой. А он отошел. Есть хаст припот у кого? Я кончить забыл. Хорошо. Очнулся. Что, мобы не срывались? Не, мобы нормально все. Отведу теперь, ну. Но... Я думал, да, нормальная дистанция. Four, буду подальше ходить. Three, two, Лицо мешает. Я завис. Я что-то не заметил. Ты только сказал лезвие, оно сразу во мне показалось. Блять. Меня слышно вообще?
Объясните, пожалуйста, Бидону, что нельзя стоять под ебалом босса. Перебегать через ебало босса тоже не надо. Он в курсе. Вроде как. Да если он в курсе, зачем он бегает, блядь, через ебало босса два раза? Там надо было дракона отвернуть. Ну, типа... Мы заходили, а то он сразу под лицо. Меня слышно вообще? Слышно, да. Слышно. Я завис полностью. Вообще нихуя не вижу. Я буду комп перезагружать. Не могу, блядь, вот все висит. Кроме этого, кроме скорби. Все должны заходить? Все хилы, РДД, ДД заходят со стороны кружка. Танк со стороны звезды. Если вы зашли со стороны кружка... Но не про это. А, ну конечно, все кроме но хила и танков. Я первый сам себя кинул. Ну вон макрос okay. Вот такой можем написать. Сперва это освобождение, потом очищение. Ну, длань свободы. Слава, а куда смотреть, чтобы эти кружки увидеть? Короче, делаешь так, что Халиона пересекает вот эти вот шарики, пересекает по диагонали. И тогда ты находишься. Сейчас просто ты сказал лезвие, и они сразу появились, как бы, ну, на меня и на вас. По забору комнаты крутятся 4 шарика. Вот лезвия между ними появляются. Ищи эти шарики. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Небеса в огне.
Беги дальше. Да он не тебе. Ой-ой. Сбрило. Я посередине держал его. Кружки я видел. И... А ты на связи с ДБМом? Нет. Как без ДБМа можно играть? Типа ВЕ. А Брист, который свету диспелит, слышит меня или нет? Да, что ты хочешь? Ты слишком рано метку диспелишь, тогда они дойдут до конца купола. Заходить можно, да? Да, да. Заходи. Там Митяня был, который говорил за тактику шарик. Лем. Это Фокс есть. Ты будешь танчить, да? А этот включи, посмотрю. Курюк танч. Курюка в танк, кстати, нормально. Не боись. Ну ладно. Просто вроде хотел танчить. Не я. Можешь в рекаунте посмотреть, кто диспелил на предыдущий танк. Не, там просто... У Бидона, по-моему, кто-то диспельнул, не я. Ну, сейчас смотри. Не, ну... кто-то из магов. Я опять был. Запила, блин. Она туда провалилась, я хотела вытащить. Опять. Окей, держи нас. Ну, короче, не люблю щиты 5 раз диспельнул. И Авила не 1 раз. Вот его весь предыдущий трай. А кто? Что? Смотрите сами. Ну... Ну, потому что, мне кажется, кто-то с бидона здесь пыльнул. Ну, вот смотри, ты 2 раза, и он 1, а за все, за 2, я уже сказал, тебе все. Ну, с бидона кто-то в свету диспелил. Свет я вообще не трогаю, это есть еще Валентайз приз. Я только, ну, во тьме. Так, а что ты во тьме диспелил? А, это за все трай? Не, вот то, что тебе показали, вот, смотри, за тот, предыдущий вот этот вайпный, ты 2 раза, а вела не 1 раз. Maybe за прошлый ты 1 раз, первый был трай, ты 2 раза. Кроме тени, там еще-то никто не спалит. Секунду, секунду.
Я здесь. При 100 баф. Ты затаунтил, что ли? Ой. Выровнял. Диспальти. А, ты на себя кидал, что ли, Авилане? Да-да-да, я думал, что ты сам на себя кинешь. А, у меня КД просто было. А, блядь, окей, я понял. Надо цели, шипы. Там не один раз надо, вот через один надо кидать. Вот. Я первый, ты второй, я первый. Да-да-да. Ну так. Хорошо, хорошо. Окей. Отсутствует. Чего? Да пиздец. Ставьте GFSA или там хламобота. Вижу метки. Ставлю GFSA, вот он. Уже поставили давно. Короче, первая метка обычная, а вторая метка с, ну, во тьме именно, с лезвиями. Короче, вы наперед, вот как лезвия движутся, вы наперед бегите. Там, сливайте лужу. Да-да-да, я тут. Я уже в рейде. Эвдоран? Да, в Каминор, блядь, кинет, смотри.
Да, нет. Но он вроде просто лопнулся. А, нет, все. Вон нет, этот, я сам себя передумал. Я хотел от лезвия вернуться, но попал под дыхание. Забей. Синтек еще зашел, говорят. А что, лагает бидон? Да, в любом случае можно призвано в ДД спекнуть, он ДД больше даст. А ты куда фокус отправил, я чуть не понял. Я понял. Сапрот или СПД пить? Возьмем. Угу. Да нет. Я с Гешем приждел, пошел, то я во тьму не пойду. Метеор, метеор. Минус 4. Я и блан. Падаем. Что, не трахать, да, получается? Да, я умер. Я проглядел. Со звуком играть, он анонсит метеор. Да какой нахуй босс говорит? Да будем все анонсить, я просто проглядел, я сказал. Бафаемся, да?
Тренируется. Ну, меняй его. Он умирал еще. Ну, как вариант, можно... У меня шипы, но он так себе, ты сам знаешь. Можно Геншина в шипы и в Линтайс Павел, погоди, я тьму дисплею или что? Цветуш дисплеит призм, да? Ой, не призм, а там кто-то, какой-то элем был. Нет. Да-да, вот здесь. А, ну-ну-ну, все-все. Что по РДД вкратце? Я бью большого, а потом босса, и умереть от этого, от Этиора. Всё, понял. ПС-ку магом, если есть. Уйдите от лица. Теор. Бля, Войт, я спектнулся, в ДЦ забыл. Шектор умер. Хвост застанил и зацепил. Вы что, трэш бьете злобный? Да я побежал чуть левее, получается, ой, точнее правее, мне хвост цепанул. К очку не прижимайтесь, то больно будет. А там бехост я могу пробегать же, да, нормально? Короче, посередине надо ровно бегать. Ну, просто я сейчас честаминг такой был. Я выносил метку и Теор падал. Короче, чуть-чуть к хвосту, да, получается, от середины. Подписькой у Халиона, бегите. Да, это убегу, все окей, блядь, сука. Сейчас какой-то баф действует, блядь, хпшку, который дает.
Че за баф? Да заебал, я забыл, я квест просто делал, сука. Ты что-то зашел, не пустил его. Так я вроде подождал. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Кто он понес? Злобный друид, алло! Клиласка? Минус три. Притон зашел, если что. Притон зашел. Да, у него. А мне прокси убивало. Да, интернет. О, это свет, блядь, пробку выбило, короче. А я уже в игре. А что у тебя, счетчик старого образца? Не только счетчик, блядь. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Вилаша, ты на коне прям вот, блядь, до звезды беги. И тогда нормально стать будешь. Что за бред, блин? Минус 3, 4.
Да там близко стоят боссы, блядь, потому что. Ну, все остальные выжили. Как только метка на челике появляется, перебегайте. Ну, я имею в виду, это предупреждающая хуйня, очень сильно. Ну, не у всех звук ебаного босса есть. Блядь, а он говорил про это, понимаешь? Суть в том, что он сказал, включите нахуй звук. Нет, вот как... Вообще без звука вот играется, и оно все показывает. На маунте. Блин, я только до третьего дерева успел добежать. Поставьте Джесса. Не, были на второй. 5, 4, 3, 2, 1. О, идеально, бля. Падение метеора, 3 секунды. Снимай ГП прямо сейчас. Перебежали. Сейчас я кину. А. Рарник первый дает. Окей.
Наперед беги, наперед. А тебя что, не выхилишь? Падаем. А, ну, я тебе... Нет, я тебя просто отхиливал. Я поднимал пока тебя по ХП и, ну, на самом деле, я просто думал, что мне хватит времени докасовать исповедь, но не хватило. То есть, ну, тут, да, я заслакал, а часть от вас, потому что я побоялся, что ты упадешь. У тебя было меньше, там, 30%, 40 ХП, я испугался. Сейв дается на круглый. Ну, я в тебя... Ну, я только зубы в тебя не отдавал, потому что ты в прошлый раз, когда я тебе дал зубы на 30% ХП, мне поставил это в укор. Ну, все. Ну, я откуда знаю. Ну, у тебя же ХП опустилось ниже 30%, 40%. Я ж не знаю, чем они занимаются. Я, ну, не говорю, что другие хилы, возможно, тоже заняты были поднятием рейда, еще чем-то. Но я не могу говорить, что они там не хилили. Да там даже никуда голову поворачивать не надо. Надо, чтобы перед тобой, которые два шарика, которые с другой стороны, были противоположны просто, и все. Запомните, не надо под босса залазить. Да не бейте его, чего делать? Да.
Я понял, вот эти кружки, они друг к другу эти лезвия кидают. Да уснул. А большой? Хукмастер? Выбеги. Хукмастер, хукмастер. Побежали, побежали. Алло. 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 Это был связь. Давай, нахуй, меняйте. Я ебал рот, нахуй. Это пидор ебаный. Я его, нахуй, разъебашу. Он меня же, нахуй, кумарит, нахуй. Я не могу. Ебал, не ругайся ты. Пидор. Спокойствие, спокойствие, спокойствие. У меня просто, нахуй, глючит, ебать, по 5, по 7, по 10 секунд. Мне эта, сука, шаромыга ебаная заебала. Я извиняюсь, пацаны, нахуй, блядь, я не знаю, что. Не починю, я не знаю, нахуй. Этот пидорас ебаный лагает, я нихуя сделать не могу. Нахуй мне остался. Там это, злобного же, может быть, злобный. Больше некого взять. Могу спекнуться, как говорится, в Эретрика, либо Эльмом зайти, а взять на связи, пусть трэш тогда танчит. Так признан же он же Энг, да? Спекни его в Энг, а возьми он этот влажный кекану. Кстати, да, признан же Энг мейн. Он там нормальный ДПС выдаст. Влажный, похилит. Ну, мы сюда же трайд пришли. Давай, бери похрен. Да. Пусть учится, что делать. 261. Там Т10, по-моему. Там, по-моему, Т10, если я не ошибаюсь. Т4 у меня. Т4 у него, он получил. Т4, по-моему, одет. Да, конечно. Да все как в обычке, только крестом. Куда ты думать? Ха-ха.
Я во тьме получусь, да, Кирилл? Важному скажи, где ему. Бежим, бежим! А, ёбаного. Дальше можно было бежать. Падаем. А в этот раз кто виноват? 4%. Технически вайфа. Не знаю. Я всегда. Я и такое видел, и все другое. Там Биг Дэм зашел. Сядь. Да, да. Я знал, что это будет. Я тоже. Бля, сори. Я могу встать, но подо мной лужа. Чего?
Он под босса прям летит. Потому что не рано кто-то побежали. В упор стоял. Или рано побежал. Свечи, наверное, какого-нибудь кота. На биг демо. Я говорю, он пишет, на кого метеор летит? Бля. Просто с меткой челик побежал, все за ним побежали. А вы видите, что под боссом летит? Я видел, что он под босса, и поэтому я дальше пробежал. Смотри, баф дали на рейд, смотри. Ну. Это на РБК вообще-то, какой рейд? Это РБКшный? Да, ну, да, это РБК пора. Свой поход. Или бёрнинг сейд. На кого-нибудь. А, ну да, кстати. Бля, надо туда пойти. Все, пойдем в РБК. Желающий крестовый поход. Кинь на бигдема метку. Тот поди бегает нормально. Доверяешь, да, теперь?